будет огромное сопротивление со стороны теневого сектора. Теневой сектор от 20 до 40% экономики занимает. Это вот 2 миллиона самозанятых людей, у которых официально нет доходов. Они выпадают из системы. У них нет ЕНПФ, они получают зарплаты налом. У них там счетов в банках нет. Но у них есть деньги. У них есть деньги на покупки. И когда их заставят заполнять декларации, они, скорее всего, их заполнят по нулям. Ну, нет счетов, нет денег, нет ничего. Логично же, как бы он и сейчас так живет. Но потом он начнет делать покупки. И у КГД будет напротив его ИНа балансик. Доходы ноль, расходы высокие. Они к нему придут. И таких людей у нас 2 миллиона самозанятых. Понятно, что не у всех они там имеют какой-то супер большой доход или что-то еще. Но тем не менее 20-40% теневой экономики будут ожесточенно сопротивляться любому декларированию, потому что оно, собственно, и призвано вывести их доходы из тени. Есть разбалансировка системы и непонятные аспекты внутри как администрирования, так и проверки и всего. И вообще, я так понимаю, что большинство из тех, кто это вводит, оно сидит и чешет репу, думая, что делать с этим огромным объемом данных, которые они получают. То есть людей у них не прибавилось, крутых айтишников у них не прибавилось, потому что, ну, там зарплаты госсектора не самые высокие. К ним начинает поступать огромный поток данных, с которым нужно что-то делать, чтобы понимать. Что пока как бы особого понимания нет.